Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня нас ожидает супер битва между Зобернот и Альянсе. С вами комментируют Александр и Валентин. Всем здрасте. И матч, собственно, начался. Вбрасывание выиграли хоккеисты Альянса. Расскажем о составах. Валентин. Я? О ком мне рассказать? Я расскажу о Зобернот. В принципе, 10 минут назад закончилась их игра против Ice Climbers, и они вышли в том же самом составе на воротах Флетчер, который в последних играх подменяет Латина. В защите Райан. И гол забивает Джерс тем временем, пока ты объявлял состав Зобернот. Да, он очень быстрый. Продолжай. В защите стоит Райан, в атаке Джерс с Мазилой, но эта троица вечно меняется позициями. Собственно, все. Тут продолжается пока бомбардировка ворот Альянса, и я расскажу вам о его составе. Сегодня у нас зажигают Дроссель 17, Мирарбой, Денис и Андрей. Скорее всего, на воротах стоит Денис, который уже пропустил одну шайбу. В защите, скорее всего, зажигают Мирарбой. А в центре болтается Дроссель, а на острие будет Андрей. Ну, у них тоже, мне кажется, еще не совсем все ясно. Ну, посмотрим, потому что они играют, по-моему, впервые таким составом. Нет, самая первая игра была именно такой же, в таком же составе. А, ну хорошо, раз она была таким составом. Сначала играл Дроссель, потом два раза играл Мясо, или три раза, и сейчас снова Дроссель. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет Денису из Альянса и его мамаше. Причем он сам нас об этом попросил, да? Ну да, я тоже передаю привет Денису и его маме. Я думаю, ему будет очень приятно. Я думаю, им обоим будет очень приятно. Что можно сказать по игре, Александр? Мы немножко отвлеклись. Ну, игра идет пока с перевесом небольшим Зобернот, но сейчас Альянс наконец-то вырвался в атаку. Да, причем уже 30 секунд 30 атакуют, и пасы неплохие. Сейчас... ошибка Мирарбоя. Ну, укатился вперед. Выход 2 в 1. Отлично. Save, отлично save. Сыграл Денис, да. Денис, ты превосходен. Денис, мы тебя очень любим. Ты бог, ты король. Ну, кто у нас бог, мы знаем. Пас на пятачок и не дотягивается нападающий Зобернот. Ну, они играют грамотно. Ну, Альянс. Кто из них? Да, да. Я, в принципе, этого и ожидал от них. Я просто так на фоне смотрю. На фоне предыдущей игры смотрю, сравниваю. Они играют грамотно. Ну, предыдущая игра у них не очень удалась, в принципе. Ох. Штангу в упор там, но шайба очень шутилась. Шайба крутилась, да, да. Шайба злодей. Там Мазила, наверное, не попал. Кто знает. Альянс в прошлой игре смотрелся не очень хорошо, но до этого провел две очень хорошие встречи. Так что я надеялся, что в этой игре они покажут свою лучшую игру, так скажем. Можно сделать пас налево. Шайба доходит до адресата, но Андрей не смог ее обработать как следует. Ты так долго молчал, я испугался, слышишь меня или нет. Я тебя внимательно слушаю, сейчас мы какой момент. Был пас, немножко пас близко. На пятачок, и да, немного близко стал нападающий. Отличный бросок. Ой-ой-ой. Флетчер отбил прямо перед собой, и нападающему снова немножко не хватило. Очень два хороших момента было у Альянса, но теперь Зобернот катится один на один. Это вроде Джерс. Ох, попадает штангу. Замудрил, мне кажется, слишком Джерс. Знаешь, такая была типичная комбинация Зобернот, когда они вышли два в одного и раскатали защитника технично. Да, да. И сейчас мы снова опять будет. Чисто на индивидуальных качествах. И Денис. Подчищает за защитниками. Да. Это Аполлон от хоккея. Все сделал правильно. И по борту. Шайба медленно-медленно катится. Защитник накрывает. Пас был слишком слабенький. Тут такая диагональ, такая. Бросок и гол. Это было очень красиво. И пас был неплохой. И молила свой ворот в дальний угол. Даже было мало шансов.
что он здесь. И снова провал и 3-0, очень эффектный навес Да, в уже исполнении через 15 Берта. секунд. Хорошо было сыграно и пас, и само врывание Джексти, как он вышел один на один. Что можете сказать по игре, Валентин? Первый период подходит к концу, счет 0-3. Да. Игра интересная, даже несмотря на счет, я бы не сказал, что идет в одни ворота. Ну, то есть шайба идет в одни ворота, да, но Альянс пока производит неплохое впечатление, были неплохие атаки. Опасной атаки. Но, как видишь, два провала в обороне. Даже, провалов было даже больше. Иногда проваливаются в обороне, это зря. 4-0. Джерс сейчас оформляет хет-трик. Да, вратарь не успел встать на ворота. Сегодня Зубернот как раненый зверь после поражения от ОАК. Да, можно и так сказать. Уже 10 шайб наколи поля за 4 периода. И дроссель, смотри-ка. Разбавляет счет. Делает счет Да, 4-1. в похожем моменте, прямо после выбрасывания. Так он, знаешь, в стиле Мегамипа. Он такие вот сбросы вечно забивает. Очень любит. Возможно, возможно. А, так он сам и вбросил, сам и забил. Ну да. Какой самодостаточный мальчик. И неплохой заброс на фланг. Но они сегодня хорошо Вратарь играют. все стоит на воротах. Вратарь очень долго выходил и все-таки спас. Ну, атака не Бросок закончилась. мимо. Бросок мимо ворот. Мне кажется, Вратарь. Да. разница все-таки в реализации сейчас. Да, я соглашусь. Соглашусь. Просто У они Сабернот. класснее игроки. Продолжай, продолжай. А у Сабернот было моментов 6 и забили уже 4 шайбы. А у Альянсов было моментов, ну, не намного меньше, но забили всего. 4-5. Да, где-то так. Ну, мы не сомневались, мы всех средств вернут. Сейчас И... классный был проход у игрока в синей форме, Да, но но бросок вратарь прямо. справился. Да, бросок прямо понизу был. Ох, тут Ух. промазал просто мимо шайбы. Ну, бывает и такое. Ребятам в красном сегодня можно. И Альянс снова. включает прессинг, как видишь, да? Ну Вдвоем да. атакуют игрока, но провал в обороне у них все чаще и чаще. Забывают они про нападающего периодически, и он остается один. И там они уже Они, видимо, раскатывают. надеются. Извини, опять тебя перебил. Продолжай. Заканчивай. Но они уже остаются там один защитник против двух игроков, а они уже его спокойно раскатывают просто. Да. Против Собернат вообще очень сложно играть в обороне. Тут опять, ну что сейчас, ну тут можно. Ну, хороший блок прям в центре. Хороший перехват, да. Замешкался игрок и теряет шайбу. А кому Альянс. ему пасовать? То есть сзади два игрока Зубернот и один свой, и он А закрыт. он даже не успевал подумать, кому пасовать. Там слева был открытый игрок, но Альянс весь просто выбивал шайбу. Ох, вот сейчас хорошо перехватили. Я думаю, накроет опять. Вот накрыли опять. Как я понимаю, так, атака. Атака еще не закончилась. Высокий прессинг Зубернот оправдан. Да. Причем грамотно, технично, все хорошо. Видишь, защитник почищает опять. И какой передай, прям на клюшку прям отдал. И Хо-хо. прием был еще лучше, но бросок вышел не очень. Пробил на Так. силу, попал в перекладину и нет угла. Это был Да. Мазила. Как, что можем сказать, точнее, что я хочу сказать. Мирарбой сегодня не выпустил мясо, вместо этого выпустил дросселя, который, наверное, пошел в атаку. И сам опустился в оборону, видимо, чтобы укрепить, так сказать, защиту против такого именитого соперника. Ну, я не знаю даже уже. Мне Наверное, ты кажется, прав. именно так. Потому что в прошлых играх Мирарбой именно с Андреем в атаке блистали. А сейчас мы этой связки почти не видим. А сейчас они в 2 дефа играют просто. Не до этого. Ну, потому что трое нападающих, да, выбежал у Собернот.
и мясо все-таки не в лучших кондициях сейчас, чтобы Ух. вот это один из лучших голов, по крайней мере, не знаю, за два Отличная тура. шайба, да. Прям в дальнюю девяточку, да? Иван сделал дубль и хитрик у Джерса. Да. В прошлый век, кстати, покер сделал Райан. Так что Собернот, я думаю, вся троица будет где-то вверху в списке бомбардиров. И сейчас вот неплохо переводил. Два из защитника вот этих альянсов. Сейчас мы куда побежал? Оставили Не, свободного. все правильно, все хорошо. Ну, это просто обошлось так. А если прошла передача на центрального нападающего на пятачке, то было бы 6-1. Возможно. В общем, Собернот играет спокойно. Прессингует спокойно, перепасовывается. Забивают дальние девятки. Согласен со мной, Александр? Да, я поддерживаю. Они играют в свое удовольствие. Ну ладно. Да, у них особо ни паники, ни переживаний не видно. И Ну, слишком поздно. да, время уже кончалось. Андрей, открывайся. Ну, в принципе, наверное, Мирр прав, потому что надо ему все-таки, не знаю, двигаться, что ли. Хотя, ты знаешь, все-таки пасы, наверное, Открывайся, возможно. ему не хватает. Или я вот не уверен, кто где играет. Или Мира хочет, чтобы Андрей открывался в пару с Дросселем, а не ездил назад. Ух, гол. Денис сейчас так остановил шайбу для Мазилы просто. Да. Опять Собернот забивает прям со сбрасывания. Да, один гол такой же забил, по-моему, Джерс, да? Ой-ой-ой, чуть не привезли сейчас себе. Ну, выбили. Не знаешь, они обороняются втроем, и один Андрей там впереди просто не справляется. Возможно и так, но Андрей вроде открывается. Он Так сейчас что, катается там с ним. возможно, Миробой хочет сказать, чтобы Андрей не катался в защите вот вместе с ним прямо сейчас, а открывался в пару к Дросселю, который спереди. Нет, я думаю, что все-таки Андрей стоит впереди, и вот потому что он стоит, поэтому Мирр пишет ему, что Возможно. открывайся. Да, вот тоже может быть. Надо будет узнать потом, кто был прав. Да, я думаю, Станислав нам все расскажет, все покажет. Сейв делает Денис. В своем превосходном стиле. Ну И тут расстрел без просто. вариантов, без вариантов. Расстрел, да. Одним пасом Мазила вырезал всю Двоих. оборону. Да, двоих сразу же. Опять мы с вами смотрим захватывающее кино. Да. Ух. Ну, полетели уже. Да. Защита вообще не успевает за Собернот. Защита Альянса. Как будто бы те накачались стероидами или что-то типа того. Ну, как-то, ну, они уже, мне кажется, так уже, знаешь, альянсы расстроились, так уже не особо не сопротивляются. Хотя пытаются, но у них не получается. Ну, бывает такое. С последним минутам 5-6 игра мне напоминает очень игру с Оскар. Собернот Оскарс. Когда у нас тоже не было ни одного опасного момента за два периода. 10-3 тогда игра закончилась. Я напомню. Ну, мне это напоминает другую игру, которая кончилась 15 минут назад. Ну, тоже нечто похожее. Ну, у вас было побольше атак, и особенно в конце, когда вы пошли забивать вчетвером. Ну, там было свистать всех наверх просто. Да, я заметил. И были моменты, надо было так изначально играть, но уж кто знал, что так получится. Ну, видишь, сейчас Мира решил сыграть именно в оборонительную игру против Собернот. И Не. это особо успехом не венчается. Хороший сейф у Дениса сейчас был. Хороший сейв, да. Опять же, перед собой выбил и опасно немножко. Но все равно его игра не особо не вызывает нареканий. Конечно. Я думаю, Денис вообще ни в чем не виноват. Как он может быть в чем-то виноват? Это же Денис. Действительно. Ух, ух. Ох. Тут вы просто не поняли. Денис стоял боком к шайбе и не разобрался, куда, собственно,
клюшкой махать, в какую сторону. И там Мирер просто еще промазал, или кто И там Мирер защитник был, да. промазал, да. Ну, 9-1 у нас, отрыв плюс 8 шайб. Вроде пока самый крупный счет. Уже И смотри. 10-1. Опять защита едет просто мимо шайбы. Поплыли, поплыли уже. Ну, они давно уже поплыли. 10-1. Они еще не останавливаются, смотри. Они хотят самую Конечно. крупную победу. Ну, как ты сказал, ребята, не имеется доказать, что они не верблюды после игры против УАК. Ну да. Такая прям просто вот энергия от них идет. Да. Забивать, забивать. После этого подарка судьбы. Ох. Ох, защитник. Мировой. Да. А может и не он. Но шло в ворота, кстати. Причем даже не низом. Такой зрелищный эпизод. Знаешь, последнюю половину встречи проходит полностью на стороне Альянса. Вообще Да. почти безвылазно. Я вообще не помню опасных моментов у ворот Флетчера после того, как Дроссель забил. А, ну, только когда там был выход 1-1, и Флетчер под конец сыграл. И все, считай. Шайба скачет. Просто на отбой уже играют хоккеисты Альянса. 40 секунд осталось им отмучиться. Вот сейчас вот есть шанс. Ну тогда пас. Ух. Кстати, было опасно. Прямо в перекладину. Ну да, ну то это связка Дроссель Андрей, ну я не знаю. Да, я говорю, мне кажется, Мир немножко ошибся. Немножко не то. Лучше было мясо в защите, даже какой бы он ни был по форме. Да, да, я и говорю, потому что против Собернот, мне кажется, нужно так же играть, как и они, прессинговать, пасоваться, не отдавать им особо шайбу. А у Дросселя с Андреем пока за шайбу цепляться не получается. Ну, тем временем матч подходит к концу. Зобернот, Альянс, счет 10-1. Ну, по игре пару слов, Валентин. Счет по игре. Альянс решил сыграть в оборонительном варианте и в итоге провалились. Ну, я тоже... 10-1. Собернот рвали и метали. Ну, я тоже считаю, что оборонительный вариант не самый лучший для них, по крайней мере, план на игру. Ну, в принципе, я согласен со всем. Возможно, им просто пришлось. То есть, им Собернот даже вариантов не оставили своим высоким прессингом. Я не знаю. Ну, за сим и закончим. День сегодняшний окончен. Всем спасибо, до свидания. До свидания.